здравствуйте, на Клондайке на Андроиде новое событие началось. Давайте посмотрим, а потом через 3 дня начнутся лабиринты. Кто любит лабиринты, поздравляю. Кто не любит, ну ничего, это надо переждать. Лично я отношусь к лабиринтам прекрасненько. Ну что, отправляемся на этот фестиваль и заценим его. Нам обещают, что нам здесь точно понравится, но пока мне тяжело ответить на этот вопрос. Тук-тук. Войдите. Я так поняла, что это обнова будет с рыбалкой. Кто любит рыбалку? Да-да-да, появилась уникальная возможность порыбачить. Поехали. Энергия смогла сделать только 300 с чем-то. Ну, на большее у меня таланта не хватило. Но сразу, ух ты, открылся большой кусок. Я надеюсь, еще приедет мой помощник, который очень любит мне помогать. Мы сразу строим мост. И чем больше мы откроем территории сразу, тем больше возможности собирать подарков. И, как говорится, благополучненько пройти дальше. Ха, дальше не пускают. Вот нам птичка прилетела. Так, птичка прилетела, птичка улетела. А 20 энергии такие добавилось. И ген-то приятный бонус. Так, это что? Ладно, давайте наконец-то начнем читать задания. Они же у нас явно есть. Так, дополниловку я не смотрю. Я смотрю сюда. 8 дней. 14 часов, это у нас продолжается наша красотень. Хорошо. Параллельно у нас 3 дня отправиться на остров. В подарки мы что получаем? Это энергетическое что-то. Нет, сейчас заценим. Мы тут рыбку должны делать. Спасибо, что напомнили, между прочим. Так. Кстати, вот это что же нам надо тут? С рыбкой, если что. Какой аромат? Какой аромат? Ну, скажите, какой аромат? Так, а тут что у нас? Тут мы можем делать дополнительно огонь. Кому надо. Так. Решила наконец-то заценить подарки. Открывать. Лучше сделать вот так. Тогда видно, где чего смогли пропустить. Подарок, это кувшин, это красиво, ясно. А вот подарок, между прочим, сразу и не заметила. Так, это мы потом откроем, если что, если захочем. Так, тут общая картина, между прочим, очень даже мило и очень даже немного. Да, 3 дня всего у нас идет эта обнова, скажем так. Ладно, пусть работают. И так, рыбалку мы еще не играли, рейтинг нам ничего не светит. Хотя нет, мы тут уже что-то насобирали. Разговоры о рыбалке будут доступны после прохождения локации фестиваль. Как играть, мы это знаем. Ну, типа чисто логически мне сюда. Я так понимаю. А я не обратила внимания. Да, эти монетки с рыбками выпадают после каждого удара. Ой, тут стирает помощник. А я не поняла, а что я это двигаю? Один раз только, да? И все. Ладно, ладно. Ну, объяснили бы задание. Так. Открыть ящики с приманкой. Приготовить рыбную приманку. Сыграть мини-игру. Починить 4 моста. Открыть коробки. Отодвинуть. Ага, 6 штук. Соберите крепкие кристаллы. Они у нас где? Они у нас где-то здесь. Ладно. Соберем. Кстати, эти коробки тоже считаются у нас. Это вот мы двигаем. Вот видите, я уже 3 штуки подвинула, в принципе. Так. Построить платформу. Ну, ее сначала надо обнаружить. Потом уже только строить, если что. Ха.
налево пойдешь, но нет, надо сюда скидки, там что-то блестить, это значит так надо. Алло, так надо. А кстати, этот я тоже не подвинула. А вот это вот подвинуть и блестело. Сколько я уже подвинула? Походу там еще одна только осталась. Да, где она? Вот, как только так сразу. Ну да, почти нашла. Я знаю, что почти не считается. Если хватит энергии, то мы ее сейчас и подвинем, и получим первый подарок. Вот так вот. А, кстати, вот кристалл, который надо было найти. Я его нашла, и красочку нашла. Поможем с платформой. Да мы всегда готовы помочь. Только сначала подвинули. Ой! Прям сразу тебе землетрясение после подвигания. Так. Отлично. Так, это наша коробка. Сперва платформа. Так, подождите. Эпс, это мы закончили. Все, не отвлекаемся. Коробка. Значит, сперва достройки платформы. Это лесопилка. А платформа-то где? Что я потерялась? В общем, чтобы построить, нужны кристаллы. Поэтому мы идем их добывать медленно и уверенно. Хоть подарок отдайте. Ишь, какие жадные, сначала платформы. Они теперь мне даже подарки давать не хотят. Кричат, платформа, платформа. Так, рюкзак потом. Какая может быть платформа? Скажите мне, без энергии. Ой, ну спасибо, что дали. Тогда, когда мне нечем, как говорится, пользоваться. Так, вот эти кристаллы, это ж оно и есть, походу. Три. Как-то так. Я думаю, за энергией. Давайте заодно рюкзак откроем. Ага, немножко энергии из рюкзака выпало. Ну, реально немножко. Надо быстренько вернуться и успеть хоть что-то выбить, скажу я вам. Потому что ускорялка проходит мгновенно. 7 минут осталось. Так. Поехали. 121 энергия, больше нарисовать не смогу. Да дайте мне это, ладно, жадиный. Так с вами и быть. Это вот они меня туда не пускают активно. И каким образом я что-то могу поделать, интересно. Кристалл. И еще кристалл. Так, сколько там? 6. Ой, еще довольно-таки приличненько. Скажу я вам. 5, 20. Так, ладно. 12. И на этой веселой ноте энергия у меня закончилась. Осталась 1 минута. Надо добежать и что-то успеть выбить. 46 секунд. Где мы? Мы тут. 5, 19. Серьезно? С их стороны некрасиво. Все. И на этой веселой ноте энергия у меня закончилась. 16 секунд. Отдайте! Я бы могла бы еще что-то сделать, но они ж такие жадные. Сейчас 8 секунд пройдет. О, я мостик построила. Представляете, какая красотень.
Ну, ой, тут сколько листвы, кошмар какой. Да все пропустить, там уже время вышло. Да я потом с этим разберусь. Дайте мне тут достроиться, что ли. Так. 9, и вот эту не дают нам, жадные. Было бы 10. Как раз вот один кристалл остался. Ай-яй-яй-яй-яй. А больше нету ничего тут. Это мне столько нужно идти по вот этим по 30 ударов. Вы какие они добрые. Так, а давайте пока вместе тогда займемся. И заценим наши таланты. Мои 100 энергии еще не скоро? Уже скоро, но еще не сейчас. Так, тут у нас открыть ящики, сыграть один раз в мини-игру. Хорошо. Я помню, как играть, помню. Сапогов не брать. Но там как повезет. Комбо приветствуется. Сапогов не брать. Мы не берем трофеи. Комбо приветствуется. Сапогов не брать. Это я себя уговариваю, не вас, насчет сапогов. Потому что я такая, начну сейчас к зиме быстренько обуваться, подготавливаться. Сапоги ж никак-никак. Типа утепляемся. И... Ладно. Рейтинг. Какой рейтинг? Вы о чем? Я только один раз сыграла. Давайте мне мой подарочек. Где там наше задание? Сыграть один раз. Ага, свою энергию хочу. Я знаю, что хотеть не вредно. Но мы тут собираем вот на вот этот вот подарок. Так, подарок открываем. Ю-юй. Насыпали, да? Ну, спасибо. Могли бы чуть раньше это сделать. Лучше позже, чем никогда. Тут у нас что? У нас вообще ничего. А тут у нас ничего, плюс 11 тортиков. Так, все, домой. Вернее, не домой, на остров. Так, я забрала этот кристалл. И мы готовы строить. Ух ты. Прям король настоящий. Так, теперь я это могу открыть и вот это могу открыть. Как вариант. И тут подарок за сцену. Вот так вот. Так, еще два моста. Ой, да еще дойти надо. Так. Соберите крепкие кристаллы. Придите в аномальную зону. А, это вот 30. Ага, 30. Тут яма. Тут скрываются ямы. Это вас рада. Ясно. В общем, энергии надо. Ай-яй-яй. Так. Это аномальная зона. 50 очков даст нам и получим 100 энергии. Да я понимаю. Ну ее ж уже сначала пройти надо, если что. Да уж, проходит. Ха, ямка, ямка. А сюда нельзя, да? Ну, конечно. Почему мне это не удивляет? Сейчас тут еще в обход пойдем, да? Конечно. Смотрите, что они делают. Они нам все больше и больше делают радости по прохождению. Опять ямка. Как же нам это обойти? А, ну, конечно, перепрыгнуть. Как я сама не догадалась. Ладно. Перепрыгнули, можно сказать. Так, тут у нас что уже? Лена, второе место. Ну, ладно. Рыбалочка. 3 у нас. Задание. Ничего не появилось. Хочу 100 энергии. Очень хочу. И тут хочу 100 энергии. Тоже очень. Да тут вообще чуть-чуть не хватает. Так обидно. Ай-яй-яй. Вот сейчас мы точно дойдем. Может быть.
Ой, таки да. Ух ты, тут столько подарочков, столько подарочков. Реально столько подарочков. Это они как-то так, неслыханная щедрость называется. Что у них опять землетрясение какое-то происходит с ним. О, тут еще и торговец. Кажется, снова выросла. Она там подрастает. Скоро станет великаном. А потом мы с вами меняемся. Только давайте сначала чего-нибудь, где-нибудь. Опять сначала достройте платформу. Какие они вредные. Ой. Не дают нам разбежаться. Ой, это там интересно, стоит этих я заработала уже или нет энергии. Очень сильно хотелось. Ой, какие вредные. А с этой стороны можно, да? Это с той стороны нельзя. Тут вообще можно. Тихо-тихо, не буянем. Котелок вари. Котелок не вари. Так. Ну что, показывайте, где там наши 100 энергии. 2 очка не хватает. Это ж какие они жадные. Так, подождите. Нам тут надо поставить обратно делаться. Рыбка. Так. Тут нам не дадут, да? А эти шестеренки где? Здесь. Хорошо, а это где? Ага, в общем, идите дальше, идите быстро. Несите, и вам дико повезет. Все с ними ясно. Ой, а идти-то будете медленно и уверенно. Смотрите, сколько всего по пути растет-то. О, 100 энергии. Ну, спасибо, как раз вовремя. Это что такое? Ресурсы. Ладно. Это наше, это наше, это наше. Потом. 20. Это я могу открыть? Спасибо. А это уже нет, да? Ну да. Ладно, ладно, я запомню. Во как. Ну даже прям частично поменялись. О, я нашла кристалл. А кстати, там еще какие-то, помимо кристалла, деревца. Я поняла, вот эти. Ну, тут 2 дерева. Мне там как минимум 3 надо. Ага, кто ищет, тот найдет. Дяденька опять хочет меняться. Такой добрый дяденька. Так. Можно нам с этой стороны подойти и тихонько взять? И съесть энергетик. Тихо-тихо, никто ничего не покупает. У нас все закончилось. Ладно, видео тоже будем на этом заканчивать. Оно затянулось. Обнова такие интересные. А я сейчас пойду на рыбалку. Но это будет уже совсем другая история. На сегодня все. Пока-пока.